Техасе во время церковной службы произошла резня. В результате происшествия умер 61-летний мужчина. Еще трое были госпитализированы в больницу. Злоумышленником оказался 28-летний Марко Антонио Морено, который ранее имел проблемы с алкоголем и наркотиками. В американском городе Корпус Кристи, что на юге штата Техас, во время церковной службы в частном доме вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан, ранив 4 человек. Об этом в четверг, 8 февраля, пишет ЭП. Отмечается, что 61-летний мужчина скончался от полученных травм. Еще трое были госпитализированы в больницу. По информации полиции, 54-летний пастор церкви получил ножевое ранение в грудь, он находится в тяжелом состоянии. У двоих – рваные раны рук, которые они получили при попытке защитить пастора от нападавшего. Злоумышленника задержали на месте преступления. Им оказался 28-летний Марко Антонио Морено, который ранее имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Ему предъявлены обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Известно, что в здании во время службы находилось около 20 человек. Напомним, в ноябре прошлого года в местной церкви на юге Техаса неизвестные открыли стрельбу. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.